Congrats. В общем, грузят вот нам такое вот железо. Сейчас еще одну такую поставят. Дело в том, что это все хреновины, они на колесиках. Видите, какие они? Тут нужно будет очень хорошо увязывать. Серьезную увязку производить. Ремни здесь нужно будет кидать до хрена и трошки в разные стороны. Что-то она примерно около 3 тонн весит. Вот это вот железяка. Да. Это такой груз уже. Это вам не плитку фасадную поставил, ничего не нужно. Здесь нужно будет вязаться и вязаться очень хорошо. Вторую тащит. Вторая потяжелее будет, наверное. Посмотрим, что по итогу получится. Все, вы видите, как тут все хорошо горело, да? Сказали выехать, сейчас сюда еще сзади мелочевки накидают. Эти доски свои забыл. Ну а мы полезем сейчас паутину вязать. Потому что штуки эти явно будут неустойчивые. Вот. Поэтому надо хорошо привязаться. Да, ну вы сами видели. Зарево пожарище какое было. Забираю доски, эти АДРовские распорки, пошли вязаться. Вот примерно как-то так все это счастье выглядит. Опа. Здесь 10 ремней всяко разно привязанных. Там, наверное, ремней 7. 6 на заднем. 7. Хрен его знает, я уже сбился со счету. Пацаны что-то все вкалывают в Рождество. Осталось крышу вернуть на родину. Там еще сзади. Так, главное отсюда аккуратненько, культурно не рухнуть. А документы у кого? Документы где? А, делаете, да? Все. Ну, вроде привязал, не должны свалиться. 12 ремней должно хватить. Тут еще какой-то вот фигни всякой набросали. Нет, я ничего привязывать не буду. Будет ехать болтаться, да и хрен с ним. Все, доки делают, собираем крышу, надо мыться. О, руки какие, все же сгоревшие. А, хороший такой фитнес рождественский получился, огонь. Не холодно зато, и на улице не холодно. Четыре часа. Ой. Так, тут все в саду. Труба грязная. Он сейчас этой курткой. Блин, уже булькает. Но еще не полностью. Поэтому мы его зальем. Пока сейчас опять укроем. Пускай еще сегодня
сиденье грязное после него. Потом салфетками. Вот. Салфеточки надо. Ну сейчас не будем в магазин заходить. Нет. Пока не критично. О, нормально. Все, переодеваемся. Блин, смотрите, пока я тут. Ну, тут вообще у меня черт ногу поломает. Ну, мы сейчас тут разберем. Пока я тут это прицеп выметаю. Смотрю, Женя стоит. Ну, собойку притащил там. Что-то там жена наложила. Ёлки-палки, ну. Блинчики, там суп говорит. Жень, спасибо, конечно, огромное. Большое благодарность супруге. Ну, не надо было. Зачем? Вот. Спасибо. Все равно спасибо. Еще раз с Рождеством. Тебя, твоих близких, ну и у вас всех, друзья. Сегодня мы много работать не будем. Сейчас выйдем. Переоденусь, выйду туда, к Стелле. Пообедаем. Померим солярку, сколько у нас там, чего есть. Прикинем, сколько нам где нужно удалить, чтобы до ближайшей более-менее по цене нормальной этой заправки доехать. Ну и куда сегодня? Не знаю. Посмотрим. Наверное, короче, посмотрим, куда будет ехаться. Туда и заедем. Пацаны пермские отдыхают. Все. 4:30 мы выезжаем. Ну, в общем, загружено у нас порядка, ну, 18, может быть, 19 тонн. Я уже что-то с этой нашей развесовкой, я уже ни хрена не понимаю. Мне какая-то общая масса мало интересует сильно. Вторая ось бьет 9,6, 9,7. Лучше, так скажем, и не придумаешь. При нашем довесе. Сегодня, наверное, поедем туда, и либо в Красноуфимске станем, либо за Красноуфимск, туда, где это вот в прошлый раз ночевали тоже, вот в Башкирию въезжаешь, мне что-то там нравится, там душ хороший, после этой копоти, сажи, надо помыться будет, в магазин не пойду, лень что-то такая, я не знаю, я посмотрел, критичного ничего нет, по дороге где-нибудь. Зайдем. Едем. Едем кушать, а тут только сегодня завтрак был, обеда не было. Сейчас пообедаем. Пятерочка хорошенькая здесь. Ай, лень мне. На второй, другая, третий. Мне вот интересно, я сюда и выйду, как? Я не знаю, не. Едем, как заезжали. Не надо мне этот цирк. На Стеллу едем. Что вы тут сейчас предложите тут проехаться? Едем, как ехали, через город. Я спросил, куда это оборудование. Он говорит, в ремонт. Ну, зарево здесь было, да, шикарное. Ну, в плане того, что шикарное не в том смысле, что хорошее, а в том смысле, что большое. Полыхало, мама, не горюй. Я думаю, с нашими ремнями никуда это железяки эти не денутся. Показывает 1782 километра до Липецка. Сегодня четверг. Сказали, мамой клянутся, что в воскресенье нас могут разгрузить. Поэтому едем с расчетом прибыть в Липецк в воскресенье и выгрузиться. А что тут? Сейчас дорога одна, сейчас в сторону Красноуфимска, потом
до Сим, опять Кропачева, Сим и по пятерке до Пензы, с Пензы на Тамбов, а там уже и Липецк. А там уже с Липецка опять этим металлоломом загрузимся в эту, в Клайпеду. Почему нет? Может и такое быть. Посмотрим. Пока, погнали обедать. Прикольная, да, такая штука? Это что-то тут какое-то... В прошлый раз мне говорили. Память девичья, забылся уже. Вернее, не девичья, а старческая. Ой, лево, куда вы что, чумели? Одна налево, вторая. Вы обалдели, девки. Едем прямо, вот там потом направо-налево и мы выехали. С ума посходили. О, смотрите, что хочет. Паша! Азия с Европой ведет давний спор. Там между Савою и Пильною горой вырос наш красавец, город мой родной. Там между Савою и Пильною горой вырос наш красавец, город мой родной. Первый на Урале, о тебе мы поем. Первый на Урале, первый в сердце моем. Было первым в жизни у меня. Школа и работа, верные друзья. Первый раз влюбился, встретился с тобой. Здесь между Совою и Пильною горой. Первый раз влюбился, встретился с тобой. Здесь между Совою и Пильною горой. Первый на Урале, о тебе мы поем. Первый на Урале, первый в сердце моем. Много мест красивых в жизни повидал, но милей всего мне наш родной Урал. Где б я только не был, но сердцем и душой я здесь между Совою и Пильною горой. Где б я только не был, но сердцем и душой я здесь между Совою и Пильною горой. Первый на Урале, о тебе мы поем. Первый на Урале, первый в сердце моем. И гор. Азия с Европой ведет давний спор. Там между Совою и Пильною горой вырос наш красавец, город мой родной. Там между Совою и Пильною горой вырос наш красавец, город мой родной. Первый на Урале, о тебе мы поем. Первый на Урале, первый в сердце моем.
Я уже тут останавливался на этой стеле. Как-то давненько. Европа, Азия. Где у нас Азия? Вот это уже Азия. Все, мы в Азии. Пошли обратно в Европу. Оп, мы уже в Европе. Огонь. Интересное такое. Да? Части света. Разделение. Прикольно. Оп. Так. Какой план, мистер Икс? У вас есть план? Есть ли у меня план? Какая ж ты чумазая, а? Кормилица. Господи, боже мой. Ой-ой-ой, мальчик хотел цвет бордо. Черный совсем нехорошо. Меряем топливо. Обедаем. И в путь. Дорожку. Да, совсем грязный мужчин. Господи, что ты... Так и хочу на шпагат усесться. Усесть-то усядусь. Встать потом вряд ли получится. Рабочий вид автомобиля. Все, хорош тут бла-бла-бла. Пошли делом заниматься. Доехать надо. А уже все? Сделали дорогу через Красноуфимск? А то мы здесь налево уходили, а сейчас вот указатель был Уфа направо. Ну да. Так мы уходили налево, вот туда ехали, там что-то через город. Детишки тут какие-то бегают. Маленькие. Так мы левее ехали. Видно, тут они какой-то ремонт у них тут был или что. За бортом минус 11. Господи, не пугай так. И тебя с Рождеством, братан. Чё ж ты дудишь-то так? Я ощутил это. Останавливаться бы не пришлось. Да, тебя тоже с Рождеством. Будь здрав, боярин. Видите, сколько тут снега насыпало. Тут хорошие снегопады были. Минус 10 уже всё стало. Мороза нет. Где зима? Это не мороз, это не зима. Надо газку. Да езжай уже, езжай. Ну я ж поздоровался. Все хорошо, тебе по прямой. А я вижу в горку. Идет вообще как танк, даже не это, АСР-ка не сработает ни разу. И все-таки мы здесь ехали, что-то я дезориентировался. Нет, не ехали, или ехали? Не, не ехали, мы там налево через... Ехали. Так, тихонечко, спуск скользкий. В этот... Аутоцентр не поехать по прямой. Как-то не очень хочется. Что дальний выключится, то еще. Нет, наверное, ехали. Тут, по-моему, нас что-то еще по прямой заставляли. Вот здесь вот уючи. Внизу, там, ниже. Ай-яй-яй. Ой-яй-яй, какой здесь. Оп! Сильно резко тормозить тоже не очень хочется, чтобы, не дай бог, наши эти станки не решили там вперед поехать. Но это, конечно, нужно очень экстренное торможение, чтобы его заставить туда вперед поехать при таком наличии, таком коли, при наличии такого количества ремней. Не, уже все, Уфа, вот налево. Так как-то по прямой ездили.
Короче, я запутался, может быть, и ездили. А мне тут что? Может, красный? Коллега, он с под моста выползает, да, видите как? Там, наверное, очень хорошая дорога. Его же бедно сейчас кабина оторвется. Ладно, сейчас посмотрим, что я тут. Светло бы было. Так темно, запутался. Не, это не нам зеленый, да? Не нам. Ждем. Это чересчур хитрая организация движения. Точно не ездил. Ну, видите, поезд поверху идет, и мозг как болтается. Изменение маршрута. Автобанин! Проедьте 2,3 километра. Да нас загнали. И по такому частному сектору я точно не ездил. Что-то я не припомню. Я так понимаю, асфальта нету. Троейка. Будем потихоньку, чтоб наши станки тут куда-нибудь часом не кульнулись. Не-не, как-то раньше мы поинтереснее ездили. Виколи не видать.